Если сейчас Армения не получит помощи извне, то она пойдет ко дну. Надежды нет, там нет основы для развития. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении 5 марта на 7-м съезде партии «Новый Азербайджан». Там нет основы для внутренней стабильности. Они даже не могут совершить государственный переворот. Сами не знают, что творят. Теперь армия не подчиняется власти. Президент говорит, что не занимается политикой, просит не вовлекать его в эти дела и оставить в покое. Разве это не позор? О премьер-министре я больше не хочу говорить. Поэтому посмотрите и на другие территории на постсоветском пространстве. Должна быть внутренняя стабильность. За счет чего? За счет политики, за счет единства народа и власти, а не за счет принуждения. И этого мы добились. В то же время вопросы социального обеспечения и справедливости сыграли важную роль в этом деле, отметил глава государства.